Изделия народных промыслов, выставка детских рисунков и мастер-классы. В Городецком Федоровском монастыре в Нижегородской области по благословению правящего архиерея епископа Августина открылась традиционная рождественская ярмарка. На ней побывали наши коллеги. В Городецком Федоровском мужском монастыре снова звучит музыка. Закончился пост, и прихожане отмечают один из самых радостных праздников. А это значит, что настало время для традиционной рождественской ярмарки и зимних забав. Сегодня в Городецко-Федоровском мужском монастыре уже традиционно проходит рождественская ярмарка. Она проходит по благословению епископа Городецко-Ветлужского Августина и является частью его программы по возрождению православных районов укладов народной жизни. Через вот такие встречи, через такой праздник население наших районов, жители наших районов имеют возможность прикоснуться к основам православия. Для чего нам это важно? С одной стороны, нам важно православие, чтобы понять наших с вами предков, как они жили, в чем была сила русского характера, в чем сила русского духа, почему наш народ такой талантливый, даровитый, почему наш народ никогда не был победим. Вот чтобы все это понять, нам очень важно понять, каким духом все это созидалось. С другой стороны, православие задает некий эталон жизни человека. И эталон человек должен войти в качество святости жизни. А святость – это первое совершенство в любви. И вот этот эталон, он задает наше качество деятельности нашей, качество отношений. И Господь дает возможность нам вот именно развить себе способность любить тех людей, которые рядом с нами находятся. Ярмарка проводится в городце уже не первый год. Она полюбилась и взрослым, и детям. Торговые ряды с оригинальным товаром ручной работы, рождественская выпечка, творческие мастерские. Все это для того, чтобы с пользой провести эти радостные дни. Перед открытием ярмарки верующие помолились на литургии в монастырском храме. Ведь благословение Божие – это лучший дар для начала праздника. Святки продолжаются. С Рождеством Христовым!